Змейка, параллельные диагональные парковки, эстакада. Даже у некоторых водителей небольших легковых автомобилей эти элементы могут вызывать трудности. А вот водитель самосвала Олег Королькевич и водитель мусоровоза Роман Каренда выполняют их ежедневно и без проблем. Поэтому на областном конкурсе профмастерства для них не составило труда продемонстрировать свои умения. Однако только практических навыков было недостаточно, чтобы завоевать звание лучший. Сами соревнования проходили в 4 этапа. Первый этап был осмотр, конкурс формы одежды. На втором этапе нас проверяли здоровье. Третий этап — это был теория ПДД, знание правил дорожного движения. Ну и четвертый этап — это было вождение. Самым сложным это было вождение, потому что как бы это все проходило на время. Вот. Участок был тоже сложным, потому что погодные условия, была пыль, ничего не было видно, как бы, когда после скорости большой. Все хотели выступить побыстрее, но как-то получилось, вот, что мы оказались первыми. По результатам всех конкурсных этапов Роман Каренда стал лучшим водителем мусоровоза Гродненской области, а его коллега Олег Королькевич назван лучшим водителем грузового автомобиля. Кроме того, он лучше других справился с заданиями по правилам дорожного движения. Водительский стаж у Олега Королькевича 13 лет. Из них 5 он работает водителем самосвала в Лидском жилищно-коммунальном хозяйстве. На вопрос, в чем секрет профмастерства, отвечает: в знаниях и умениях, а еще в опыте и желании быть мастером своего дела. Для водителя быть лучшим – это признак мастерства, как в теории, так и в практике. Специальный конкурс мы не готовились, это все является наша работа – ездить, управлять автомобилем. Конкуренты были достойные, все водители были подготовлены, и я думаю, что выбирали из лучших во всей области ЖКХ. Поэтому пришлось постараться, даже очень. В наше время, наверное, без ЖКХ теперь никуда, всем тяжело будет. Так что приходится и на работе, и трудиться, и стараться во благо всего общества города Лиды. Роман Каренда, в отличие от своего коллеги Олега Королькевича, за рулем всего 5 лет. Год назад он устроился на работу в Березовское жилищно-коммунальное хозяйство водителем мусоровоза. Его машину можно увидеть на улицах и во дворах Березовки. Вспоминая конкурсные задания, Роман отмечает: они были максимально приближены к условиям, в которых приходится работать. Ведь ежедневно водители спецтехники лавируют между машинами, припаркованными во дворах, причем не всегда по правилам дорожного движения. И Роман Каренда, и Олег Королькевич, конечно, рады, что стали лучшими в области среди коллег. Но выиграть конкурс – это одно. А вот ежедневно доказывать свой профессионализм, причем порой в куда более экстремальных условиях, гораздо сложнее.